переконав Байдена в тому, що треба Україні дозволити бити по території Росії? І чи ми можемо говорити сьогодні про це як про доконаний факт, що президент США змінив своє рішення? Так, значит, первый вопрос, кто? Несколько людей переубедили Байдена. Это, прежде всего, я думаю, Блинкен, Энтони Блинкен, потому что вот этот визит Блинкена, над которым тут смеялись, что он на гитаре играет, назвали отрезвляющим визитом в «Нью-Йорк Таймс». Я думаю, что он лично сидел в нашем центре управления войной и смотрел с наших беспилотников в онлайн-режиме то, что нельзя передать в онлайн-режиме в Америку, а именно, как именно вот россияне, артиллерии с территории России обстреливают наши города и так далее. Я думаю, что он просто сидел, это все смотрел, и это убедительно. Вот. И дальше он объяснял все это, Блинкен объяснял Байдену в буквальном смысле на пальцах, на карте и так далее. То есть я уверен, что Байден очень глубоко находится в этой теме. Это для него не абстрактное такое решение бить по России, не бить по России. Нет, он прям вот сидит на брифингах в Пентагоне и смотрит, как конкретно РСЗО «Град» бьет там по Вовчанску из какого-нибудь там села в Белгородской области. Это первый, кто его убедил. Ну, конечно, его убедили наши партнеры, другие, остальные, например, Столтенберг. Ну, Столтенберг был, мягко говоря, одним из самых осторожных людей в мире, в западном мире. И Столтенберг уже почти две недели как заявил, что надо предоставить это право. Столтенберг – это большая убедительная сила именно в том, что он очень осторожный чиновник. Знаете, если бы это сказали мы, то это не очень важно. Когда это говорит Столтенберг, это важно. Но все равно в конце цепочки убеждения стоят наш МИД, я уверен, наше Министерство обороны, ну и наше вообще правительство Украины, потому что, конечно же, это долгие месяцы работы со всеми этими людьми. Со Столтенбергом, который не раз приезжал, с Билл Брок, ну там, министром обороны, министром иностранных дел Германии, извините, да, и так далее, и так далее, и так далее, с Писториусом. С каждым работали, с Блинкеном работали, поэтому убедили. Не надо недооценивать, очень, я очень хочу, чтобы не недооценивали усилия нашего военно-политического руководства. Я уверен, что с этого-то все начинается. Это огромная работа. Раскачать вот в Европе, найти слабое звено. Как когда-то нашли слабое звено, что-то, ну, слабое, наоборот, сильное для нас звено. Вот нашли Нидерланды, которые согласны дать самолеты, и понеслось, да? Нидерланды, чего вдруг Нидерланды? А вот Нидерланды. И уже Дания, и уже Норвегия, и уже Бельгия понеслось. Танки. Нашли, что французы готовы дать колесные. Нашли. И дальше бум-бум-бум-бум. Вот сейчас схема напоминала мне дословно схему того, как мы добивались выделения танков. Просто дословно. И как добивались выделения самолетов. И как вы помните, в истории с танками последние два человека тогда, во время танковой вот этой, не знаю, как танковой атаки нашей на Запад, была, что последними согласились Байден и Шольц. Причем Шольц сказал так: я не готов быть первым, я только после Америки. И тогда Байден сказал: хорошо, забирайте Абрамсы, и уже вышел Шольц, все, забирайте все остальное. Вот сейчас мы идем ровно по этому пути, уже почти его прошли. Конечно же, я не могу однозначно так взять и сказать, точно Байден сегодня подписал бумагу. Не могу сказать, потому что я там не сидел. Но давайте теперь разберемся, что мы точно знаем про это все. Когда мы говорим официальная позиция, когда мы говорим про пресс, вот этот пресс, как она называется, не пресс-служба, пресс-брифинг Сабрины Синг сегодняшний, который был там 10 часов назад в Вашингтоне, пресс-секретаря Пентагона, и говорим, не, они сказали, что не разрешили. Это не так. Я послушал этот отрывок из выступления Сабрины Синг. Она отвечала на вопрос, кстати, нашей украинской журналистки. Единственное, там не расслышал я какого издания, когда украинская журналистка обращается к ней. Такая с давлением. Мне там объясните, почему? А что? А как? И Сабрина Синг говорит, наша позиция, наши линии не изменились. Окей, не изменились. А давайте вспомним, какие были линии. Я вам скажу, у нас был Блинкен, и он говорил, какие у нас, какие линии у Америки. Когда он говорил, мы там не поощряем, мы там то-се, то, например, западные издания поняли это как разрешаем. Потому что он не говорил, мы запрещаем. Он этого не говорил. И это не говорилось никогда с самого начала войны. Слова «не запрещаем», «мы запрещаем» не были произнесены никогда представителями Пентагона или Госдепа. Поэтому это всегда было «мы не поощряем» и как бы «не помогаем». Но Сабрина Синг специально же продолжила, чтобы точно дать нам ответ. В ее словах было следующее, примерно, сейчас, конечно, я точно не помню фразу, что вот там мы не поощряем ни то, ни сё, но мы считаем, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и операционных целях,
которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, не нацеливаясь на большие геополитические цели в России. То есть она не сказала, что надо бить только по территории Украины. Тактические оперативные цели, которые влияют на конфликт в пределах границ. Когда по нам бьют из Белгорода, это влияет на конфликт в пределах наших границ. Поэтому туда, в Белгород, нам можно. А вот радар в Орске не влияет непосредственно, как утверждает США, на конфликт в пределах наших границ. Или там этот самый НПЗ на Урале. Поэтому туда нам бить нельзя. Вот это был ответ. И там же даже прозвучало слово «геополитические цели в России». То есть тактические, операционные можно, геополитические нельзя. Поэтому да, изменилась ситуация. Ну и последнее, что я вот прям коротенько, что я прям страшно горжусь собой, извините за нескромность. Я заранее предупреждал, что это решение будет принято секретным. Оно будет секретным, никогда не будет оглашено. Вот никто не выйдет и не скажет, мы разрешаем. Я имею в виду США и Германию. Потому что, например, Польша вышла и сказала, или там Эстония. Они не выйдут и не скажут. Потому что это невыгодно им. Рисовать эту линию зачем? Пусть россияне сами с этим теперь мучаются. И позавчера, кстати, Писториус говорит, давайте это по-тихому обсудим, не публично. О, я понял, раз решили по-тихому, значит, решение будет принято положительное, раз уже объявили, что это будет по-тихому. Ну и вчерашние публикации в Политеко, это не будет публично объявлено. Вот в какой ситуации окажется сейчас Россия? Вот сегодня мы начнем бить по Белгородской области. Они что должны говорить? Они должны у себя в ТАСС сообщает, сегодня по нам ударили этими самыми хаймарсами по России и этими, как они там называются-то, господи, ну там еще атакамсами. Они ставят себя в неудобное положение. То есть Путин поставил Россию в такое положение, что американским оружием бьют, а мы типа ядерным оружием не отвечаем, правильно? Вот они, пускай они теперь разбираются с этой проблемой. Вчора також з'явилася публікація Financial Times, і вона стосувалася того, що Україна і США перед самітом миру кладуть безпекову угоду. І от говорять про те, що Зеленський і Байден нібито в Італії мають підписати цю угоду, в деталі не вдаються. Але також в цій ж публікації йшла, тут згадали про таку публічне розчарування Зеленського стосовно того, що Байден може не приїхати на цей саміт миру. І нібито один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, як пише Financial Times, каже, що ми далі один від одного, мається на увазі Україна і США, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже-дуже напружено. І от ми маємо нібито вчора от цю ситуацію, яку описує Financial Times, що Сполучені Штати і українці мають деякі непорозуміння, і от це таке публічне розчарування Зеленського не дуже добре впливає на відносини із Байденом. Але, тим не менш, сьогодні ми вже маємо рішення про те, що нібито Байден дозволив бити по так прикордонню і навіть оці от публічні заяви, зокрема від Сабріни Сінг. То чи працює стратегія Зеленського і чому таке вийшло трохи, скажімо так, дві різні історії, хоча практично в один той самий день? А давайте вам точно так же вспомним ситуацию, когда мы начали бить по НПЗ так активно, и нам американцы сказали не бейте, причем это была открытая позиция, это Остин прямо говорил, то есть это не какая-то подковерная. А мы продолжили бить, и в результате в Америке приняли закон о выделении нам 61 миллиарда долларов по настоянию администрации, и в том числе Остина, который выступал и его поддерживал. Правильно? Одно другому не мешает. Потому что not anything personal, да, это же американская политика так устроена. Мы не можем ни на что персонально опираться, мы должны опираться только на институциональное, только вот на чертежи, карты, километры, а не на то, что нам не нравится, что сказал Зеленский. Политика, ну как сказать, это не называется политика, тактика, наверное, президента Зеленского в отношениях с западным миром, она с самого начала войны весьма, вот я ее так скажу, она, в ней есть две стороны, и она можно назвать controversial, противоречивая. Да? Значит, я помню, как первый раз начало войны, естественно, я всему этому сопереживаю как-то ужасно и переживаю за все, за каждое слово и решение нашей власти, западной власти. И вдруг выясняется, что Зеленский прямо открыто, по-моему, тогда сказал, что Штайнмайера мы не приглашали. Помните, такая была история вначале? Mm-hmm. Типа, а как это? Штайнмайер, он же там с Путиным, мы его не зовем. Я решил, что это катастрофа. Ну, типа, как? Это же все, мы с Германией сейчас разругаемся. И вдруг выяснилось, нет, институты работают. Штайнмайер извинился, и тогда его пригласили. Он сказал, я был неправ, когда я вел себя так. Второй пункт в таком же роде, когда Зеленский вышел и сказал, а приезжал Макрон и просил отдать России часть территории Украины в обмен на мир.
Макрон был в шоке, потому что нифига себе, тайные переговоры вдруг стали явными. Но Макрону это понравилось, и он опубликовал распечатки своих разговоров с Путиным, от чего в шоке уже был МИД России. Лавров заявлял, что это вообще не принято, это невозможно. Но этот стиль задал Зеленский. Вот никто теперь не может прийти к Зеленскому и по секрету что-то сказать. Потому что он выйдет и скажет, а мне Писториус сказал вот это. Да? Он не дозволяет никакой секретности. Он же не из истеблишмента Зеленский. Он же не человек, который всю жизнь в политике. Да? Он пришел, и он вот так решил. Это его решение осознанное. Есть ли в нем минусы? Есть. Есть плюсы? Есть. Есть риски? Да. Огромные? Да. Вот он ведет себя так, настаивая, чтобы Байден приехал, и делает это публично. Не звон... Он же мог позвонить в Белый дом и поговорить с Байденом, попросить об этом? Мог. А он решил публично. Это случайно он так выбрал? На эмоциях? Нет, неправда. Я не верю, что Зеленский хоть одно решение за время этой войны принимал на эмоциях. Конечно, он знал, на что идет, на этот самый риск. Мы его можем осуждать. Мы знаем, что где-то это плохо сработало. Ну, это прямо уже известно по фактам более-менее, что там на саммите в Вильнюсе натовском некоторые заявления, из-за которых там остыл энтузиазм со стороны НАТО. Было такое? Было. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тут тоже надо понимать. И что Зеленский берет на себя всю политическую ответственность за все вот эти вещи. Сам на себя он это берет. Поэтому мы ему поручили, мы его выбрали. И ему решать, где эта степень риска. И он вот решил вот так. А дальше мы можем только на следующих выборах, так сказать, решить, мы сами с такой игрой согласны. Это рискованная игра. Без нее у нас не было бы самолетов, танков и хаймарсов даже. Понимаете, без этой рискованной игры. Но что-то мы потеряли наверняка. Вот и все. Почему это одновременно? Потому что да, потому что одно другого действительно не касается. Кстати, насчет Байдена, который не едет на саммит мира. Тут ведь тоже интересный нюанс. А почему он, собственно, не едет и что вообще? Почему саммит мира 15-16 числа проходит? Вот это главный же вопрос. Почему именно 15-16? Ответ прост. Дата саммита мира придумывалась, исходя из даты саммита G7. Саммит G7 проходит 14 и 15 числа на юге Италии. Значит, очевидная идея следующая. 15-го закрытие саммита G7. И эти семь лидеров садятся и летят, ну, каждый на своем самолете, понятное дело, в Швейцарию, где вечером 15-го открывают саммит мира. Потому что опять собрать второй раз семь лидеров, ну, это нереально. А вот чтобы они перелетели и часик, они же нужны только на открытии, только сфотографироваться, правильно показать, что вау, саммит мира. Все, больше ничего. Поэтому эта дата просто точно придумывалась. Придумывалась под это дело. Там, кстати, еще есть нюанс. Там между этими двумя датами есть открытие чемпионата Европы по футболу в Германии проходящее. И это прямо серьезный фактор, потому что это в 22:00. То есть как бы вечером они могут полететь туда и дальше в Швейцарию утром там вот это все. Вот. И под это все сочинялось, все расписание. И если Байден говорит, я не поеду именно на саммит мира, то это очень такое типа демонстративное, да, действие, что он за час до вдруг снимается и улетает. И я думаю, что это может быть связано с его предвыборной борьбой, но не в смысле, не дай бог, там сбора каких-то пожертвований. Это все ерунда как раз. А вот то, что прилетел ты на саммит мира, и ты кандидат в президент США, у тебя через 5 месяцев выборы, ты дальше обязан в течение 5 месяцев этот мир предъявить. Типа, а как ты, зачем ты там был, зачем ты делал этот саммит, если мира нет? И он не чувствует, видимо, что у нас в течение 5 месяцев будет мир. Поэтому, будь я его политическим советником, вот там, у Байдена в штабе, я бы ему тоже сказал не ехать из этих соображений. Я имею в виду предвыборным советником, да? Дуже цікаві пояснення від вас, пане Михайле. Розклали ви ситуацію, ну, буквально, абсолютно на атоми. І дякую вам за цю розмову. Михайло Шейтельман з нами був в етері 24-го каналу.